Система водоснабжения и водоотведения модернизируют в Чебоксарах. В частности, в строительство отводящего коллектора реки Кайбулки вложат 203 миллиона рублей. В общем, на улучшение качества сбрасываемой в Волгу воды направят почти 4 миллиарда. Средства будут поступать от нового банка развития БРИКС. Кредит в размере 320 миллионов долларов предоставят 5 волжским городам – Иваново, Дзержинску, Рыбинску, Волжскому и Чебоксарам. Соглашение с банком подпишет Минфин России. Средства будут возвращаться за счет федерального бюджета в течение 20 лет. Чебоксарам одобрили заявку по 10 подготовленным проектам. В числе первых глава Чувашии Михаил Игнатьев на заседании Кабинета министров обозначил реконструкцию загородного коллектора. На участке вот камеры гашения в районе дома номер 1Б по Марпасадскому шоссе города Чебоксары до камеры учета стоков на Босгород Новочебоксар. Это сумма почти 475 миллионов рублей. Мы за счет регионального бюджета реконструировали БОС, вышли на третий этап. Эти средства нам позволяют еще лучше работать по вопросам экологической безопасности. И с учетом федеральной программы оздоровления Волги еще лучше очищать сбросы, стоки, и чтобы никаких неочищенных сбросов в Волгу мы с вами не производили.